студия 2552 и кинокомпания «Ковидный фильм» представляют. Когда я был маленьким, был у меня друг. Тоже ученый, у него 3 класса образования. Который научился считать до сотни. Значит, так и запишем. Как? Великий математик. А ну-ка, давай. Эй, цвей, дрей. Стоп, 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 стоп. Ты как-то не по-русски разговариваешь. Еврей, что? Немец. Ну ладно, тогда давай сделаем так. Мы сейчас включим телевизор. И все вместе, дружно. Будем считать. По-нашему. До 100. Угу. Поехали. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18, 19, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ну, могём. А я вам что говорил? Но это еще не все. Мы можем... Больше. Уверяю тебя, гораздо больше. Эй, вот до 1000. Но не сейчас. Это потом. Жалко. Ну, тогда на сегодня все.